халухан хүйтін хүн бүгілі амар үнді. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые гости, приглашенные, дорогие коллеги. Край яркого забайкальского солнца. Республика Забайкал, где величественные Саянские горы и реки, и полноводные ручьи несут свои воды к Седому Байкалу, жемчужине мира. Священная, гостеприимная земля отцов и прадедов. Та самая земля, где в мире согласие на протяжении веков проживали более 100 национальностей, у которых одна судьба, одна земля и одна история. И эта прекрасная республика рада приветствовать сегодня дорогих, уважаемых наших почетных гостей. Я прошу всех жителей нашей республики, нашей столицы, города Улан-Удэ, поприветствовать наших уважаемых гостей вашими аплодисментами! Безусловно, особенные, самые теплые, радушные и очень громкие аплодисменты сегодня звучат в адрес человека, который сегодня пригласил всех нас на прекрасное торжество, на замечательный праздник, который сегодня делят вместе с ним его родственники, его товарищи, его соратники, ученики и воспитанники. Уважаемые друзья, давайте аплодисментами поздравим и поприветствуем нашего дорогого Прокопия Батюревича! На широких просторах Усть-Ордынской долины в Лузе Толодовой, что при деревне Луза, 80 лет назад родился наш юбиляр. Отец его был славным тружеником и доблестным воином. Был в составе делегации на ВДНХ. Заслужил медали за отвагу и за боевые заслуги. Как и все дети войны, Прокопий с детства привык к трудностям и самостоятельности. Так как его отец-фронтовик умер вскоре после войны от боевых ран, а мама очень быстро ушла за ним, все родительские заботы в семье взяла на себя его старшая сестра Шура. В старших классах Прокопий увлекался историей родного края. В 1954 году в долину приехала археологическая экспедиция под руководством знаменитого академика Окладникова Алексея Павловича, в которую и влился юный археолог. Выбор был сделан. Ваши аплодисменты. В Иркутском государственном университете молодой историк приобрел хороших и верных друзей. Увлеченно учился, получал повышенную стипендию. В это же время он попал в археологическую группу не менее известного антрополога-археолога Академии академика Герасимова Михаила Михайловича. Участвовал в третьей всесоюзной археологической студенческой конференции МГУ. Заканчивал университет дипломной работой на тему «Материальная культура Курыкан» под руководством доцента Хороших. Вот под сенью каких великих ученых и рос молодой наш археолог. Начавший работу в далеком 1960 году в бурятском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР, где трудится и по сей день уже целых 57 лет. Как-то молодой специалист переходил улицу рядом с филиалом наук. Вдруг перед ним девушка-курьер, споткнувшись, рассыпала бумаги. Парень, безусловно, благородный, помог собрать разлетевшиеся по асфальтам листочки, улыбнулся симпатичной курьерше и пошел дальше. А под Новый год аспирант Коновалов приехал к симпатичной курьерше, студентке Сержуни в Красноярск, где 31 декабря 1961 года они и расписались.
Так родилась новая семья, в которой сегодня уже 5 внуков и 3 правнучки. Ваши аплодисменты. Вдохновитель профессии, любимого дела жизни. Академик Окладников был научным руководителем молодого аспиранта. Под его руководством защищена кандидатская диссертация в 1974 году в Новосибирске, а в 1976 вышла монография «Хумно в Забайкале», сделавшая известным имя молодого ученого. Также в числе его славных дел исследование Гумского городища под Улан-Удэ, раскопки Ильмовой Пади и многие-многие другие. Темой докторской диссертации стала обобщающая работа «Гелленические аспекты Центральной Азии. Древность и Средневековье». Сегодня Коновалов Прокопий Матюрович – специалист в области древней и средневековой истории и культуры народов Центральной Азии, Южной и Восточной Сибири, автор более 150 опубликованных научных трудов. Под его научной редакцией вышло около 20 сборников статей и монографий разных авторов. Также он был ведущим преподавателем на факультетах БГПИ, Бурятского филиала Новосибирского государственного университета, Бурятского государственного университета, выпускники которых хорошо помнят преподавателя курса археологии, тепло и с уважением отзывается о нем. И сегодня, уважаемые друзья, наши гости приглашенные, наши почетные высокие гости, наши дорогие родственники, мы вот именно такого выдающегося человека, ученого, преподавателя, профессора с мировым именем, отзывчивого доброго коллегу, специалиста от Бога, отца, дедушку и прадедушку мы сегодня чествуем и поздравляем. И, безусловно, сегодня все наши добрые слова, светлые благопожелания звучат только в его честь. Я прошу вас, уважаемые друзья, еще раз подтвердить все то, что было сказано, и аплодисментами поблагодарить и еще раз поздравить нашего Прокопия Матюровича.